Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня предоставлю для вас еще один интересный обзор такого самолета, как Хенкель 111, модификация 6 фирмы Airfix в 72 масштабе. Коробка довольно большая, чуть влезла в камеру. Это немецкий средний бомбардировщик, один из основных бомбардировщиков Люфтваффе. Существовало множество модификаций, и из этих модификаций А6 торпедоносец. Также было много ночных бомбардировщиков, штурмовиков. Коробка довольно большая, объемная, красочная. Произведена модель в Индии, а так на самом деле фирма английская. Уже по фотографиям на коробке видно, что модель будет довольно интересная. Четкие и качественные фотографии. Такая вот коробочка. В наборе можно сделать три варианта окраски самолета. Американского корпуса, румынский самолет и немецкий Люфтваффе. Ну, сейчас вскроем коробку и внимательно изучим модель. В коробке такая инструкция в виде книжки. Много языков, но русского языка нету. Подробная поэтапная сборка. Все очень хорошо прорисовано. Все хорошо показано. Даже для начинающих моделистов по такой схеме, я думаю, труда не составит собрать данный бомбардировщик. Этапов сборки у нас 69. И варианты окраски самолета. Модель интересная. Бомбардировщик легендарный. Очень много было выпущено данных самолетов, больше 7000. Все упаковано в целлофановый пакет. В наборе дана хорошая красочная деталь. Теперь рассмотрим литники поподробнее. Распаковал литники. И теперь можно подробно их рассмотреть. Очень хорошее качественное литье. Приятный пластик серого цвета. Все очень хорошо сделано. Хорошо видна расшивка. Сейчас пробую, друзья, обзор сделать в таком вот формате. А вы в комментариях, пожалуйста, напишите, какой формат обзора вам больше нравится. Все очень хорошо выполнено. Как видите, очень достойно. Переходим к другому литнику. В наборе 5 литников серого пластика,
и один литник с прозрачными деталями. Его рассмотрим немножко попозже. Как видите, хорошая клепка, хорошая расшивка. Ну а теперь самое интересное. Это крылья на следующем литнике, детали фюзеляжа. Расшивка очень контрастно видна. Очень хорошее качество. Пятый литник. Здесь детали салона самолета и сам фюзеляж. Как видите, все хорошо выполнено. Надеюсь, все будет видно на видео. Модель очень качественно сделана. Не знаю, как будет собираться, но на литниках, коллеги, все выглядит очень красиво. Ну и перейдем к литнику с прозрачными деталями. И литник с прозрачными деталями специально положил на лист черной бумаги. Как видите, пластик не толстый, остекление прозрачное. Очень приятно. Довольно все хорошо сделано. На этом, друзья, буду обзор заканчивать. Комментируйте, ставьте лайки. Кто не подписался, подписывайтесь на канал. Ну и кому интересно, после видео будут фотографии литников. Спасибо, друзья, за просмотр. Спасибо. Всех благ вам и вашим близким. До новых встреч.